Чат, чувствуете, как говном завоняло? Привет, объяснить, как лучше состейнить Т-14 карты. Короче, смотри, чем больше ты закрыл карт, тем лучше они состейнятся. В принципе, на этом все. Еще можно взять скоробей на мапы и на торнамент спиритов. Качать в зоне инвейжн боссов. Как вообще составлялся, блядь, плейлист Ютуба, если вслед за лютой еблей из Дума идет вот такой вот пепечил трак? Monster are immune to cold damage. Спасибо, ебать. Monsters are immune to cold damage. Спасибо, блядь, еще раз. Уроды. Короче, смотри. Там, чтобы не кликать, и проще было. Смотри, вот ты смотришь стрим. Здорово. Вот так делаешь. И смотришь стрим дальше. Чтобы вот тут не было соблазна в чат писать. Никто еще гамблинги не приносил. Так все, кто раньше приносил гамблинги, лигу дропнули. Гамблить некому, в лигу никто не играет. Что вот это за хуйня? А, это реально хуйня. Блять. Ладно. Хаос с арбами просто. Это типа если кипать. 16, ебать. Ну 16 экзов. А на Т1. Блять, ладно. Чат, показываю охуевший способ крафта. Если вы в шоке, плюс в чат. Ебануться. Вы там нахуй бессмертные? Резист сколд, резист целем. Охуенно, спасибо, блять, папаша. Какие у меня пантеоны? Я не знаю какие, но они точно взяты на отъебись. Блять, мне кажется, с мобами экспедиции надо просто договариваться. Со словами, я у вас просто забираю лут и съебываюсь, а вы меня не ебете. Блять, я походу убил босса, не заметил. Ладно, посрать. Или нет? А, вот он, нашел, блядь. Убил и не заметил босса в 3.15. Извините. Large Cluster Jewel 40C. Это та база, которая 90 стоит, кстати. Ха-ха, 40C офер. Мне дропа в лигу просто не хочу играть. Такая жиза, я не знаю, меня надолго вообще не хватает. Вот у меня сейчас есть цель скрафтить шлем, мне еще более-менее интересно. А так залупа. И то, как только у меня закончится валюта, я со словами, бля, я не хочу, мне впадлу ее фармить. Даже на крафтах, мне просто максимально впадлу. Нахуя вообще нужна кнопка Resurrect in Town? Кто, блядь, в здравом уме ей пользуется? ХК-плееры. Блядь, ладно. Как найти Harvest? В DC у меня, кроме анонсов, вкладах нет норм чешо. Короче, смотри. Сейчас я тебя научу читать и, возможно, думать. Смотри. У тебя открывается вот эта вкладка, да? Вот эта вкладка у тебя открывается. И тут написано большими лайк-буквами, блядь. Чтобы люди прочитали хотя бы правила минимальные и не срали в ненужные каналы. Доступ к каналам. Для получения доступа к каналам жми на этот смайлик. Can you see смулик? Смулик. Нажимаешь на смулик, получаешь доступ. Вау! О, чат, Harvest. Если там ни одного рефоржа колды не будет, я дропаю лигу нахуй. Пизда тебе, лига ебаная. Блять. Серьезно. Блять. Come to the slaughter. Извиняюсь, я долбоеб. Тебя не заебало? Серьезно?
Отъебись! Хватит мне это писать, господи. 26к онлайна в Стиме, серьезно? Да ладно. Что-то много. Неделя лиги, блядь. Так, понедельник, все на заводе. А, да. А я-то думаю, блядь. Чат, у кого-то там шизада от дудки началась или еще нет? У меня от нее закончилась. Вы понимаете, насколько, блядь, насрали во все, что мне от Харвеста нужны только, блядь, рефорджи. Охуеть. Ебать, я снова здоровая была. Я соседи сверху в такт с дудкой по батарее хуярить начали, скипни ПЖ. Отдавай Mirror of Calandra. Ладно, насрал в ладошку, хуй с тобой. Ты же знаешь, что в грядке насрата будет, так а ты знаешь, что если насрать на грядку, она от этого расти лучше будет? Это удобрение называется, органическое. Ой, пошла нахуй со своими доминошками, честное слово, заебешь. Шла неделя лиги, мы начали скипать лиг-механику, заебись. Давай, заофери мне 10 си, ебать. Не, ну 10 это прям... Это очень хороший мув. Давай, блять, опять 0 критов, 0 колды. Кастер, ебаный, дефенс, так. Дефенс, ебаный, хаос, так. Лайтнинг, ебаный, физикал, так. Охуеть, колд, блядь. Теперь мне нужен рефорж колд плюс. Вот, колд модифайер с армор камон. Чат, фиксируйте проеб двух экзов. Давайте, немножко колдунства. Давайте. Человек, который мне крафтил префикс modifiers cannot be changed. Да, давай. Я проебу всю валюту нахуй. И буду счастлив. Там, кстати, мне в префикс насрали еще. Прикольно, да? Чат, хотите увидеть, как я проебу всю свою оставшуюся валюту? И отключу себе ебало. Нет, а мне похуй. Ладно, похуй. Хотя бы Т2. Поебать. Там суффикс еще свободно есть. Сколько такое говно стоит? 18, 20, 3 миньон дэмэдж. Пойдет. Пойдет нормально, блядь. Ох. Чат. Приоритеты стримера долбоеба. Скрафтить омега эндгем шлем, имея вот такой нагрудник. Что думаете? Могу за банку в ХО твой залететь. Что, блядь? Чё вот это за долбоёб? Я не понимаю, что это за хуйня? Что вы, блядь, собираете? А нахуя вам Avatar of Fire, если у вас нет ничего, что дома... Что за хуйня? Вот, блядь, адекватный человек взял Frost Bamboo и взял Avatar of Fire. Это хотя бы имеет смысл. А нахуя прошлые взяли Avatar of Fire, если у них вообще нет ничего, что дамажит колдом? Блядь, я не понимаю, что за хуйня? Аватар колдой? Объясняю суть Avatar of Fire в этом билде. Он берется только в одном случае. Смотри, у тебя есть такая хуйня, Elemental Equilibrium. Короче, когда ты дамажишь каким-то элементом, минус 50 к другим элементам и плюс 25 к этому. То есть твой персонаж никак, блядь, не должен дамажить cold damage, потому что у тебя main damage cold, и ты не хочешь, блядь, больше резистов cold damage. Understandable, я думаю, understandable.
Поэтому, если вдруг ты хочешь взять Frost Bamboo, которая накладывает Cold Exposure и накладывает минус резисты, эта ебучая Frost Bomba дамажит Cold Damage. Если ты будешь дамажить Cold Damage, ты будешь накладывать 20% Exposure и терять минус 50% здесь, получать плюс 25, в итоге у тебя будет во рту хуй. Поэтому в некоторых билдах, если ты хочешь взять Frost Bamboo и дамажить супер дохуя, кидая Frost Bamboo, ты берешь Аватару Fire, Frost Bomba дамажит Fire Damage, не руинит тебе Elemental Equilibrium, и если она не руинит тебе Elemental Equilibrium, тогда все заебись, ты накладываешь Exposure, и Equilibrium работает, и того ты получаешь минус 75 резистов у мобов, они вообще в ахуе. Билд хуета кста. Пошел нахуй кста. Можно лекцию по Амогусу? Амогус. Вот говнарь сучий, блядь. Просто если не продам шлем, наконец-то дропну лигу, потому что у меня осталось валюты примерно 22 си, блядь. У тебя фузов на 1.5 экза, похуй. Мне еще тушку линковать ими. Хватит ныть. Пошел нахуй. Ах. Токсик на стримере? В смысле токсик? Я говорю как есть. Типа ты заходишь к человеку на стрим, и если тебя что-то не устраивает, ты просто выходишь нахуй. А не советуешь кому-то, как себя вести, чтобы тебе было комфортнее смотреть. Поверь, всем на тебя похуй. Держу в курсе. И это не агрессия, это правда жизни. Какой любимый акт в пое? 10-й, потому что после него все ебаные акты заканчиваются. Не, ну дэмэдж просто пиздец. Амогус. Блять! Реально Амогус!